Здравствуйте, уважаемые слушатели. Поговорим об отпусках. Что это такое, какие отпуска бывают, сколько дней они в себя включают и кому полагаются. Начнем с определения. Отпуск – это один из видов отдыха, который предусмотрен трудовым законодательством. То есть такое понятие, как отпуск, вытекает из трудовых правоотношений, иными словами, из тех правоотношений, которые складываются между работодателем и работником, то есть человеком, который работает по трудовому договору в организации. Поговорим о классификации отпусков, то есть какие отпуска, в принципе, у нас выделяет законодатель. Первый основной отпуск – это ежегодный оплачиваемый отпуск. Далее удлиненный основной отпуск, дополнительный оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, отпуск по беременности и родам по уходу за ребенком и учебный или ученический отпуск. Начнем, собственно, с ежегодного основного оплачиваемого отпуска, поскольку это, как мы уже сказали, основной, самый главный отпуск для работников. Все работники, вне зависимости от того, трудятся ли они полный день или, может быть, они работают на полставки, имеют право на такой отпуск. Его продолжительность 28 календарных дней. При этом, когда работники уходят в такой отпуск, за ними обязательно сохраняется рабочее место и средний заработок. Поэтому, собственно, этот отпуск именуется оплачиваемым отпуском. А удлиненный ежегодно оплачиваемый отпуск – это такой отпуск, который превышает 28 календарных дней и предоставляется отдельным категориям работников. Ну, например, если у нас работает человек с инвалидностью, то при наличии соответствующей справки, которая подтверждает факт того, что человек является инвалидом, такому работнику предоставляется отпуск 30 календарных дней, то есть еще плюс 2 дня к основному отпуску. Далее, несовершеннолетние работники, у них 31 календарный день. Педагогические работники, у них в зависимости от должности удлиненный отпуск может составлять от 42 до 56 календарных дней. Дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск – это отдельная категория отпуска, который предоставляется сверх основного оплачиваемого отпуска, в том числе и сверх удлиненного. Ну, например, если мы говорим об инвалиде, то у него помимо 28 дней основного, так скажем, стандарта, отпуска, есть плюс еще 2 дня удлиненного отпуска, то есть в целом 30 календарных дней, и плюс, если он имеет основание для получения дополнительного отпуска, к его 30 календарным дням будет прибавляться еще дополнительная продолжительность, но, еще раз повторюсь, только при наличии соответствующих оснований. Например, что это могут быть за основания? Если у нас работник с ненормированным рабочим днем, таким работникам у нас предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 календарных дней в год. Дальше, если, скажем, мы говорим о тех работниках, которые заняты во вредных условиях труда, то есть это те работники, у которых на рабочих местах установлены вредные производственные факторы согласно специальной оценке условий труда, то есть у них класс 3. Класс вредности. Им полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней. Может быть выше, то есть это может быть установлено внутренним документом работодателя, но не может быть ниже 7 календарных дней. Или, например, если мы говорим о работниках, которые трудятся в районах Крайнего Севера, а также в местностях, которые приравнены к районам Крайнего Севера. Либо если они трудятся там, где установлен районный коэффициент или надбавка к заработной плате. Таких работников дополнительный отпуск продолжительностью от 8 до 24 календарных дней. Также среди тех работников, которым полагается дополнительный оплачиваемый отпуск, мы можем выделить граждан, которые подверглись воздействию радиации. В частности, у нас есть такое постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года, номер 136, о порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Таким гражданам полагается отпуск 14 календарных дней, то есть именно дополнительный оплачиваемый отпуск. В частности, это может быть, например, человек, который сам участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, или просто человек, который пострадал от воздействия радиации вследствие аварии либо на Чернобыльской АЭС, либо вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Также важно сказать, что оплачиваемые отпуска, то есть и классические 28 календарных дней, и удлиненные, и дополнительные, все они предоставляются согласно графику отпусков, который должен быть утвержден работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления нового календарного года. График отпусков – это обязательный документ, который должны вести все организации, но за исключением разве что микропредприятий. И, соответственно, несмотря на такую уже устоявшуюся практику, по сути, требовать от работника заявления на отпуск не обязательно, если работник идет в отпуск согласно графику отпусков. То есть, по сути, работник пишет заявление на отпуск тогда, когда он хочет пойти в отпуск не по графику. Он как бы спрашивает разрешение у работодателя пойти в отпуск не по графику. Обычно это требует согласования с работодателем, если он не относится к льготным категориям работников, которые имеют право идти в отпуск не по графику, то есть тогда, когда, собственно, они сами того хотят. Так вот, заявление пишется именно для того, чтобы пойти в отпуск в разрез с теми датами, которые отражены в графике отпусков. Если же у нас работник идут в отпуск строго по графику, то наоборот, не работник пишет заявление, а работодатель пишет уведомление в адрес работника о том, что тот скоро пойдет в отпуск. Это уведомление направляется в адрес работника за 2 недели до, собственно, начала отпуска. Как примерно может выглядеть график отпусков, мы сейчас видим на экране. Перед нами унифицированная форма графика отпусков, взятая из постановления Госкомстата России номер 1. Там у нас, собственно, в этом постановлении приведена масса кадровых документов, которые мы в организациях используем. Вот так вот выглядит график отпусков. Мы видим, что здесь у нас несколько столбцов. Самый первый – это структурное подразделение. Далее идет должность работника, его фамилия, имя, отчество, табельный номер, количество календарных дней, которые есть у работника в текущем календарном году. Ну, в частности, мы видим, например, у бухгалтера, который отражен здесь у нас в графике отпусков, всего 28 календарных дней. У главного бухгалтера аналогично. Но у главного бухгалтера дни разбиты 14-14. Мы далее поговорим о том, насколько это правомерно. У начальника отдела кадров тоже 28 дней, но разбивка строится немножко по-другому. 14-7-7. А вот у генерального директора 31 день. То есть у него помимо 28 дней основного отпуска, классического, да, скажем так, есть еще, видимо, основания либо для удлиненного отпуска, либо для дополнительного. Идем дальше. Мы уже сказали, да, о том, что работодатель извещает работника за 2 недели до начала отпуска по общему правилу, когда речь идет о той ситуации, где работник уходит в отпуск сообразно тем датам, которые отражены в графике отпусков. И вот, собственно, вопрос, можно ли разбить отпуск на части. На этот вопрос нам отвечает статья 125 Трудового кодекса. Она отвечает положительно, то есть можно, но при соблюдении нескольких условий. Что это за условия? Во-первых, одна часть отпуска не должна быть меньше 14 календарных дней. И на нашем примере графика отпусков мы видели, что везде при разбивке как минимум одна часть у нас содержит именно 14 календарных дней. Это очень важно. Это строгое правило трудового законодательства. Дальше. Работник сам должен быть согласен на такое разделение. Это означает, что при внесении отпуска, уже разбитого на части, в график отпусков, нам важно заранее заручиться согласием работника. То есть работодатель не может по собственной воле навязывать работнику тот вариант отпуска, при котором он разбит на части и, соответственно, предоставляется в разный период времени. Обязательно должно быть письменное согласие работника на такую разбивку. Его волеизъявление в данном случае крайне важно. И таким образом мы можем разбить отпуск вот примерно так, как мы сейчас видим на экране. То есть, например, на 2 отпуска по 14 дней, либо на
на, скажем, 3 отпуска. Один, естественно, отпуск должен составлять 14 календарных дней. И еще 2 части отпуска у нас разбиты на 7. Можно бить отпуск и более мелкими частями. Главное, чтобы как минимум одна часть, как мы уже сказали, содержала в себе ровно 14 календарных дней, не меньше. Ну, а, соответственно, вторую часть можно разбивать как угодно, хоть по одному дню. Это тоже допускается. То есть запрета на то, как мы будем распоряжаться второй частью отпуска, которая остается, да, после 14 календарных дней, никаких нет при соблюдении тех условий, о которых мы только что сказали. Выходные дни включаются у нас в отпуск, в отличие от праздничных дней. То есть если выходные дни попали в отпуск, то они будут оплачены так же, как и будние дни. А вот если праздничный день попал в период отпуска, то праздничный день не оплачивается, но при этом удлиняет общую продолжительность отпуска. Ну, то есть, например, если работник ушел в отпуск на неделю, и в эту неделю попал праздник, скажем, 8 марта, то 8 марта оплачено не будет, но вместо 7 дней работник будет отдыхать 8 дней, потому как попадание праздничного дня в период отпуска удлиняет общую продолжительность отдыха работника. Также у нас не существует, так скажем, запрета при разбивке отпуска выбрасывать выходные дни. Некоторые работодатели к этому относятся скептически, не поддерживают такой подход, но на самом деле ничего запретного в этом нет. То есть, скажем, мы можем отпустить работника в отпуск с понедельника по пятницу, если у него пятидневка, допустим. То есть работник может не брать выходные дни, если он того не хочет. И если, в общем-то, стороны договорились о такой разбивке. Можно ли заменить отпуск денежной компенсацией? Еще один такой животрепещущий вопрос. На этот вопрос законодатель тоже отвечает положительно. Да, можно, но, опять же, при определенных условиях. Во-первых, отпуск может быть заменен денежной компенсацией только в том случае, если он превышает 28 календарных дней основного оплачиваемого отпуска. То есть только если у нас есть, так скажем, какой-то хвостик в виде удлиненного или дополнительного отпуска. Стандартный 28-дневный отпуск заменить денежной компенсацией ни в коем случае нельзя. И то не во всех случаях мы можем заменять даже удлиненные или дополнительные отпуска. Мы сейчас тоже об этом поговорим. Но пока следующее условие – это письменное заявление работника. То есть по собственной воле работодатель не может заменить работнику отпуск денежной компенсации. Только если есть на то воля работника. Дальше, если у нас отпуск работника, который работает во вредных условиях труда, или если речь идет о несовершеннолетнем работнике, либо о беременной женщине, то вот таким категориям работников мы отпуск не заменяем никогда. В частности, опять же, если вот мы говорим о вредниках, да, то есть у них дополнительный отпуск. И, казалось бы, по общему правилу мы можем заменить этот отпуск денежной компенсацией. Но нет, вредники входят именно в число исключений. То есть именно отпуск для вредников замены денежной компенсации не подлежит. Это очень важно помнить. Но, например, если у нас трудится, скажем, работник на условиях ненормированного рабочего дня, мы уже говорили, что минимальный отпуск для таких работников – это 3 календарных дня, то, в общем-то, вот такому работнику можно по его заявлению заменить этот вот хвостик денежной компенсации, то есть 3 или более календарных дней. Также нельзя заменить отпуск, который является учебным, потому как это противоречит, собственно, назначению отпуска. Мы будем еще говорить про учебный отпуск, но, собственно, это тот отпуск, который дает работнику для того, чтобы он, например, сдал экзамены, подготовился к, может быть, защите диплома и так далее. Ну, то есть это тот отпуск, который необходимо именно тратить, так скажем, естественным способом, а не заменять его денежной компенсацией. Поэтому здесь запрет законодателя вполне понятен и оправдан. Отпуск у нас, мы уже сказали, что предоставляется сообразно графику отпусков, и, соответственно, в адрес работника отправляется соответствующее уведомление за 2 недели до начала отпуска. Далее у нас в обязательном порядке сдается приказ о предоставлении отпуска. В табеле учета рабочего времени делается соответствующая отметка. Также в личной карточке работника тоже отражается факт отпуска. Оплата отпуска у нас происходит не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. Если мы это делаем за 2 дня, за 1 день или уже непосредственно в отпуске, то это является нарушением трудового законодательства. Что касается документов, то мы уже анонсировали постановление Госкомстата РФ номер 1.
А там мы можем найти различные унифицированные формы документации по кадрам, по оплате труда. В частности, там мы можем найти и табель учета рабочего времени, и то, какие условные обозначения у нас есть для всевозможных отметок в табеле. То есть для отметок отпуска, для отметок периода болезни работника, периода фактической работы, ну и так далее. Поэтому, соответственно, если у нас есть вопросы по кадровой документации, по заполнению табеля учета рабочего времени, то мы обращаемся именно к постановлению Госкомстата номер 1. Теперь мы переходим к отпуску без сохранения заработной платы. Это отпуск отдельный, то есть мы его, естественно, рассматриваем именно в отрыве от тех отпусков, которые предполагают оплату. Отпуск без сохранения заработной платы, его еще называют административным отпуском, иногда его называют отпуском за свой счет. Это, собственно, вид отдыха, на время которого за работником сохраняется рабочее место, но не сохраняется средний заработок. То есть этот отпуск, как следует из его наименования, не подлежит оплате. Обычно работодатель сам решает, предоставлять ли или нет работнику отпуск без сохранения заработной платы. То есть работник пишет заявление, а работодатель принимает решение о том, удовлетворять ли это заявление или же нет. Но есть отдельные случаи, когда работодатель именно обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Что это за случай? Например, если к работодателю обращается работник, который является участником Великой Отечественной войны, ему полагается до 35 календарных дней в году такого отпуска. Если к работодателю обращается пенсионер по возрасту, до 14 календарных дней в году. Если речь идет о родителях и супругах военнослужащих, которые погибли или получили какое-то ранение либо заболевание, связанное с прохождением военной службы, до 14 календарных дней в году. Работающим инвалидам предоставляется отпуск без сохранения по их желанию до 60 календарных дней в году. Также каждому работнику полагается такой отпуск в случае, если речь идет о рождении ребенка, о регистрации брака, либо смерти близких родственников до 5 календарных дней в году. При этом, если эти категории работников просят отпуск без сохранения свыше того периода, который им полагается безусловно, то вот, собственно, на тот период, который превышает гарантированный период, работодатель может уже подумать, соглашаться предоставлять отпуск без сохранения или же отказать. Но в пределах тех дней, которые определены для таких работников как обязательные для предоставления, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Ну, соответственно, если, скажем, к работодателю обратилась работница за предоставлением такого отпуска ввиду того, что у нее намечается регистрация брака, при этом она просит 10, например, календарных дней, то 5 календарных дней работодатель, безусловно, обязан ей предоставить, а остальные 5 он предоставляет уже по своему усмотрению. Также крайне важно отметить, что такой отпуск ни в коем случае нельзя отправлять работника принудительно. Это, к сожалению, очень частая практика. Например, если в организации наблюдается спад, то есть, возможно, что, скажем, отток клиентов, нестабильная экономическая ситуация, соответственно, нестабильное финансовое положение. И для того, чтобы временно остановить деятельность работодателя, частенько просят работников, чтобы те написали заявление о предоставлении отпуска за свой счет. Это делается для того, чтобы не оформлять простой, потому что простой подлежит оплате, и таким образом работодателю не удастся сэкономить, как в случае, если все работники уйдут в отпуск без сохранения заработной платы. Но такой маневр является достаточно грубым нарушением трудового законодательства, то есть заставлять или даже просить, не говоря уже о том, чтобы настаивать, на отпуске без сохранения заработной платы работодатели права не имеют. Следующий отпуск – это отпуск по беременности и родам. Женщинам по их заявлению на основании листка нетрудоспособности предоставляются оплачиваемые отпуска в связи с беременностью и родами. Продолжительность таких отпусков будет зависеть от ряда нюансов. В частности, если это такая, скажем, обычная беременность и рождение одного ребенка, то продолжительность предполагается такого отпуска 70 дней до родов и 70 дней после. Если речь идет о многоплодной
беременности, то есть 2 и более ребенка, то 84 дня до и 104 дня после родов. Если речь идет об осложненных родах, это все, естественно, подтверждается медицинскими документами, то 70 дней до и 86 дней после родов. Естественно, отказать женщине в предоставлении такого отпуска ни в коем случае нельзя. И сущностная разница этого отпуска, например, от отпуска ежегодного оплачиваемого, состоит в том, что такой отпуск предоставляется не по графику отпусков, а на основании листа нетрудоспособности. По сути, это такой своеобразный больничный. И так далее у нас отпуск по уходу за ребенком. Это уже тот отпуск, который предоставляется матери, либо иному лицу, который фактически осуществляет уход за ребенком, в том числе отцу ребенка, до достижения ребенком возраста 3 лет. Соответственно, этот отпуск также является оплачиваемым. При этом по желанию лица, который находится в таком отпуске, параллельно можно работать на условиях неполного рабочего времени. При этом это никак не влияет на получение пособия по уходу за ребенком. То есть те лица, которые одновременно находятся в отпуске по уходу за ребенком и работают на условиях неполного рабочего времени, одновременно получают и заработную плату, и пособие по уходу за ребенком. И последний отпуск, который мы рассмотрим, это ученический отпуск. Это тоже такая сугубо отдельная категория отпуска. Предоставляется, как следует из наименования такого отпуска, работнику, который совмещает работу с получением образования. Для предоставления такого отпуска необходимо заявление работника. Ученический отпуск, так же, как и отпуск по уходу за ребенком, так же, как и отпуск по беременности и родам, а также отпуск без сохранения заработной платы, не отражается в графике отпусков, потому что мы уже сказали, это именно отдельная категория отпуска. Так вот, какие условия для предоставления такого отпуска? Во-первых, работник должен получать образование соответствующего уровня впервые. Работник должен обучаться по образовательной программе, которая имеет государственную аккредитацию. То есть это не должны быть просто, например, какие-то коммерческие курсы по программе, которая не предполагает государственную аккредитацию. Далее, работник должен предоставить работодателю справку-вызов, которая выдается образовательной организации, где учится работник. У нас есть утвержденная форма этой справки. Эта форма утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года, номер 1368. Также для предоставления ученического отпуска важно, чтобы организация работодателя была основным местом работы для обучающегося работника. То есть к тому работодателю, где работник трудится как совместитель, ну, как внешний совместитель имеется в виду, по вопросу предоставления ученического отпуска обращаться нельзя. То есть по вопросу предоставления такого отпуска работник должен обращаться именно к своему основному работодателю. Образовательные программы, которые учитываются для предоставления ученического отпуска, это программы высшего либо среднего профессионального образования, а также основного общего или среднего образования. Что касается продолжительности и оплаты ученического отпуска, то у нас здесь возможны нюансы в зависимости от того, какая форма обучения, какая программа образования. То есть, как мы видим из таблицы, в некоторых случаях отпуск такой оплачивается, в некоторых случаях он не оплачивается, и продолжительность его также всегда разная. Вы можете поставить видео на паузу и внимательнее ознакомиться с таблицей, которая сейчас фигурирует на экране. Ну а на этом все. Благодарю за внимание.